Ямал в тройке самых эффективных регионов России. Министерство регионального развития оценило эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2012 года. Согласно рейтингу, Ямало-Ненецкий автономный округ занял призовое третье место, опередив обе столицы России и Большую, и Северную. Уступил он лишь Ненецкому автономному округу и Татарстану. Работа региональных властей в 2012 году оценивалась по новой системе критериев, значительно меньшей по числу параметров. Из прежних 74 осталось лишь 12. В них, в частности, вошли численность населения региона, ожидаемая продолжительность жизни и смертность, уровень безработицы, реальные денежные доходы населения региона, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов. Фигурирует в рейтинге и оценка, которую выставила деятельность местных органов исполнительной власти населения субъекта Федерации.